Глава города Дмитрий Жариков поздравил новый состав Общественной палаты городского округа Серпухов. После трех этапов выборной кампании Общественная палата обновилась на 2/3. Через сито отбора прошли 45 социально активных представителей городского сообщества. Основная задача, которая стоит перед членами Общественной палаты, это обеспечить взаимосвязь, взаимодействие жителей города, исполнительной, представительной власти города. И, конечно же, я рассчитываю на наше с вами тесное и плодотворное сотрудничество. На первом заседании общим голосованием председателем палаты избрана заведующая детского сада «Яблонька» Мария Арсеньева. Я хочу вас поблагодарить за оказанное мне высокое доверие и избрание на должность председателя общественной палаты городского округа Серпухов. Я думаю, что мы с вами будем вместе работать плодотворно, эффективно, совместно с администрацией города, но самое главное, что вся наша работа будет направлена на благо жителей нашего города. Заместителями избраны директор Центра профориентации и трудоустройства молодежи Надежда Еремина и почетный гражданин города, педагог Алла Казьмина. Секретарем стала представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Серпухов Галина Сирченко. Важным изменением в структуре общественной палаты стало объединение комиссий по направлениям. Вместо 10 их будет 5. Комиссия по науке и образованию, культуре и туризму, председатель Татьяна Клочко. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству, транспортному обслуживанию, экологии и природопользованию, благоустройству и архитектуре, председатель Марина Белова. Комиссия по здравоохранению, спорту и социальной политике, председатель Ольга Владимирова. Комиссия по экономическому развитию, промышленности и предпринимательству, открытости власти и противодействию коррупции, председатель Андрей Малышевский. Комиссия по миграционной политике, патриотическому воспитанию и работе с молодежью, председатель Вера Сухоручкина. Новую инициативу председателя общественной палаты глава города Дмитрий Жариков поддержал. В данном виде это будет удобно для организации взаимодействия, о чем мы говорили в самом начале, со структурами администрации. Председателю комиссии и членам конкретной комиссии будет понятно, с кем из курирующих заместителей администрации организовывать свое взаимодействие, свою совместную работу. По общему мнению, работа 5 объединенных комиссий с большим количеством специалистов будет эффективнее. В новом составе Общественная палата начнет свою работу в сентябре.